Гололед, порывистый ветер и сильные осадки ожидаются на большей части Казахстана. Территория республики находится под влиянием Южно-Каспийского циклона. Штормовое предупреждение по-прежнему действует практически во всех регионах страны. Дождь и снег выпадет на юго-западе, северо-западе, севере и в центре республики. Ветер до 30 метров в секунду и метель синоптики прогнозируют в столице, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Жамбылской областях и в горных перевалах Туркестанской области. По информации КазАвтожол, на дорогах нет ограничений движения, и все участки к этому часу пока открыты.